жаркий июнь. Год 41-й. Вдруг объявили войну. Каждый в стране безотказно и смело готов защищать был страну. Фашисты несметной черной силой на русскую землю пришли воевать. Но крепче брони вставали солдаты, готовые жизнь без остатка отдать. И Брестская крепость оборонялась, стремилась задержать врага. И черной тучей наплывала на мирный Сталинград война. Вот августа, день 23-й, и вдруг в 4 часа дня радар военный наш заметил начало страшного огня. Поганый немец все сражался, но с каждым днем ослабевал. Он на Кавказ пройти пытался, но Сталинград не позволял. Гордиться будем, мы благодарны бесконечно, и подвиг этот не забудем. Бомбежкой город был разрушен, держался на пределе сил. Бесстрашный воин встал на Волге, врага жестокого разбил. Всегда будут помнить подвиги эти наши правнуки, внуки, дети, внуки, дети. Ведь им жить на свете. И для чего сражались они? Для кого свою кровь проливали? Ведь наши предки во имя чего погибали? Точно знали, мы благодарны, быть им должны. Они нам наш Волгоград подарили, но невозможен без войны. Мир в целом мире. В одном ряду кто-то и танк, весь на войне. Каждый герой в атаку рванул и кричал: капитан, не будет победы, не вернемся домой. Бессмертный героев переломил сражений ход великой славы. Достоин победоносный наш народ. Сегодня головы подняв, нацисты лезут на Донбасс. Должна Россия заступиться, теперь они не сломят нас. И мы уверены в победе, врагам своим поставим мат. Мы мирно жить хотим на свете, но снова в строй встает солдат. И почему сражаются вновь великий герой с фашизмом и проливают на Донбассе кровь? Во имя мира, во имя отчизны, мы благодарны, быть им должны. Они нам чистое небо открыли, но невозможен без войны. Мир в целом мире.